сейчас я вам покажу еще одно упражнение. Я вот использую лавандовый валик. Очень вкусно пахнет. Значит, тоже делаем обязательно эти упражнения с утра. Ложимся на валик, на живот. Да? Кладем под живот. И лежим. Лежим где-то минуту. Да? И потом чуть повыше, то есть доводим под ребра. Лежим. Где-то минуту. И начинаем потихоньку его спускать к пупку. Лежим минутку. Потом ниже пупка. Лежим минуту. И потом в самый низ. Лежим минуту. И потом еще ниже. Вот прям вот сюда. И лежим еще минуту. Это будет такой самомассаж живота. Можно также по нему кататься. Значит, берем ручки вот так, пальчиками, и кладем чуть выше пупка, сверху. Делаем вдох и выдыхаем. Вдох. Теперь руками идем под правое бедро, сильно толкаем вовнутрь, ложимся и дышим. Не дышим. На выдохе. Опять вдох, под левое бедро, делаем вдох и на выдохе отпускаемся и не дышим. Итак, берем руки, кладем вот так вот пальчиками, кончиками пальцев, начинаем давить чуть выше пупка, делаем вдох, на выдохе уходим вниз и сильно давим руками в эту точку. Вдох, переводим руки под правое ребро. Начинаем давить под ребро, делаем вдох и на выдохе углубляемся. Переводим руки под левое ребро, делаем вдох и на выдохе углубляемся. И теперь переводим руки под левое ребро, но чуть выше, вот сюда. Делаем вдох, на выдохе углубляемся. И опять делаем вдох, опять чуть выше пупка. Повторите этот круг 3 раза. Обязательно делаем его на голодный желудок. И последнее с валиком. Сейчас валик.